Всем добрый день, Автоимперия. У нас сегодня УАЗ-21013. Ничего необычного в этой машине нет. Но вся ее необычность заключается в том, что она прошла огонь, воду и медные трубы. То есть эта машина побывала во стольких ДТП, что вам просто не снилось. Это зашкаливает где-то там далеко за 60. И просто вот хотелось бы вам рассказать, что с этой машиной происходило, сколько она проехала и что наш автомобиль на самом деле очень терпеливый. Также она в 2013 году угодила в воду. То есть машина была утопленником. И после того, как она утонула, ее вытащили, просушили. Ну, поменяли всю электрику, поменяли у ней панель саму. Двигатель остался, в принципе, живой. То есть просушили, она стала ездить. А по задней части что? После многих ДТП, которые с ней происходили, на ней поменяли крышки, наверное, уже 3 или 4. Ну, владелец даже не стал в последний раз заморачиваться, поставил сюда крышку с обычной грунтовкой, то есть не стал ее красить, оставил такая, какая она есть, потому что он уже даже не заморачивается. Короче, мы за рулем этого бульвара. Прикол в чем? Машина убита вся полностью, по подвеске машина убита, по кузову убита, то есть движок уже тоже из последних сил дышит. Салон убит настолько, что я первый раз вижу такой убитый салон вообще. Thank you.
менее, автомобиль, скажем так, до сих пор на ходу. И его владелец не особо хочет с ним расставаться. Он к нему привык, проникся душой. Ну, салон, как я уже сказал, ушатанный. Это ладно, это все ерунда. Что же касается вообще подвески. Подвеска на этой машине делалась порядка, наверное, 8 раз уже. То есть все меняли, но тем не менее это мало ей помогает, потому что подвеска на этих машинах, как вы уже знаете, ходит не особо долго. Тем более в жестких эксплуатациях, ну, 1070 и под замену, 1070 и под замену. Карабас, самое интересное, здесь стоит еще тот самый, который ставился в самом начале этой машины, то есть он не ремонтный был. Удивительная штука. Фишка еще машинки заключается в том, что у нас здесь хитрый вообще замок зажигания. У нас как такового с ключа она не заводится, включаем зажигание, то есть она у нас на нейтралочке, вот здесь у ней находится завод с кнопочки. Так, такая секреточка. Раз, завели. То есть это тем самым машину предотвратили от, ну, вообще защитили от угона. Но навряд ли вообще кто-то станет угонять такую машину, потому что она просто нахрен никому не нужна. Еще один очень интересный факт о этой машине. Эту машину угоняли 4 раза. Все 4 раза ее находили. Находили каким образом? Потому что когда угонщики на ней уезжали, их всегда встречали гаишники. Прям, причем буквально вот недалеко от дома, где живет наш герой с этим автомобилем. И возвращали ее, скажем так, в стойло. Еще был тоже такой момент. Машина, скажем так, не закрывается, потому что, ну, но он уже понял, что смысла ее закрывать нет. И одним прекрасным днем он выгонял из нее бомжа, который там случайно заснул. Я вам так немножко расскажу про такие интересные ДТП, в общем. Вот сюда вот въехал ему КамАЗ. То есть КамАЗ разворачивался, немножко не убрался, и вот своим, скажем, бампером, крюком этот кусок просто оторвал. Цена вопроса такого бампера 1500, даже в цвет. КамАЗист отдал, по-моему, трешку, чтобы только не заявляли там в ГАИ, туда-сюда. Ну, то есть вот в этом месте денежка пришла человеку. Ну, менять бампер он не стал. Так, крышку, то есть машину догоняла, газель догоняла, автобус догонял, догоняла его Волга, догонял Москвич. Это то, что он мне рассказал. Тойота Камри какая-то тоже догоняла. То есть задница тоже, ну, повидалась. Вообще жесть. Машину кувыркалась, то есть она кувыркнулась 2 раза. Первый раз это был гололед. Улетела с дороги. А второй раз машина попала в такую неловкую ситуацию. Заключалась в чем? То есть человек ехал по прямой дороге, никого не трогал. Какой-то олень вылетает навстречку, причем через сплошную полосу. Ну и, естественно, человек стал уходить в кювет, то есть, чтобы избежать столкновения. И кувыркнулся. То есть тот человек, который вылетел навстречку, он как бы тоже там замотал его, кувыркнул. Он нормально пострадал. Ну, то есть сам-то он, слава богу, живой, машина нормально пострадала. То есть, а вот смотрите, невинный человек просто ехал по дороге прямо, никого не трогал. Вот, из-за какого-то оленя получилось ДТП. Вот смотрите, вообще, момент такой, да, машина кувыркнулась. То есть, последний раз она лежала вот на этом боку. Это прям было буквально в начале зимы. То есть, она на этот бок завалилась. Вот, смотрите, как она вообще прогнивает. То есть, она прогнивает не из-за того, что здесь был сильный удар. Нет, то есть, когда вот это крыло меняли, вообще вот эту вот часть боковую, ее покупали на АвтоВАЗе, то есть всю вот эту часть приваривали сюда. И это я вам к чему веду? К тому, что было покрашено все хорошо. То есть здесь было, ну, все в идеале, то есть без косяков покраска была. Но
маленькая царапка, то есть вот именно вот эта вот дырка появилась, по-моему, с 2012 года. То есть не дырка, а вот ржаветь стала. Вот. Ее царапнули здесь, немножко притерлись к ней, и машина каталась по нашим дорогам, и вот все реагенты попадали на это место, то есть здесь не подкрашивалось ничего, все об этом даже не думалось. Посмотрите, за 3 года съело прям в дыру все. Это вот наши реагенты. Ну, она прям отваливается. Нет ни одного живого места, то есть на ней все полностью менено, ни один капот уже стоит здесь, все, короче, крылья, все поменено, на крыше она два раза кувыркалась, этот автомобиль, там чего-нибудь еще. В общем, блин, где только можно было вообще ее помять, там кувыркнуть, все это было сделано на этой, скажем так, Бибике. То есть вот смотрите, парни, вроде как бы мы все хаем наш автопром, типа Жигули фигня, херня и туда-сюда. Я, допустим, если иномарка бы так кувыркнулась и вообще прошла бы все испытания, которые прошла эта машина, от нее бы уже вообще ничего не осталось, и просто бы ее в утиль сдали. А этот автомобиль продолжает жить, то есть до сих пор радует владельца. Я думаю, все-таки в итоге он ее свозит в церковь, ее немножко окропят, и с ней будет поменьше всяких ДТП. В общем, что я могу сказать? Любите свои машины, ни в коем случае не запускайте их вот в такое состояние, обязательно все чините, все меняйте вовремя, и они вас будут радовать долгое время, и вообще будете жить по жизни с позитивом. Ну что, всем пока, до новых встреч!